дорогие, подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится, не слышится в эти тихие вечера. Уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Очень много писем приходит. Напишите, пожалуйста, как стать артисткой. У меня хорошая внешность, хороший голос. Поначалу я терялась, как отвечать на такие письма. А теперь я твердо и могу сказать, что для того, чтобы стать артисткой, для того, чтобы быть певицей эстрадной, нужно любить песню, любить людей, любить не себя, не свой голос, не свою внешность, а вот то, для кого поешь, то, о чем поешь, и тех, для кого поешь.